И тротуар, и ливневка. В одном из самых больших дворов района КПП идет масштабная реконструкция. Лишаются миллионов. С начала августа от действий телефонных мошенников пострадали 15 благовещенцев. Глазунья с плавниками. Благовещенский художник проводит параллели между людьми и рыбами и приглашает к этому посетителей своей персональной выставки. Обо всем более подробно расскажем в ближайшие минуты в эфире «Новости города». Здравствуйте! В Благовещенском аэропорту дали старт строительству взлетно-посадочной полосы. На днях специалисты приступят к вырубке кустарников и возведению временного рабочего поселка. На первом совещании областных властей с подрядчиком определили сроки работ. В списке первоочередных – подготовка участка земли, организация доставки стройматериалов, установка бетонного завода. В этом году также приступят к реконструкции аэропортового комплекса. Контролировать ход и результаты работ представители заказчика намерены не реже одного раза в месяц. Напомню, новая полоса обойдется региону в 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Она сможет принимать самолеты без ограничений по весу и в любую погоду. Жители нескольких многоэтажек в районе КПП смогут позабыть о резиновых сапогах после того, как завершится ремонт в одном из самых больших дворов округи. На него потратят почти 15 миллионов рублей. Сейчас на территории, которую делят жители 4-5-этажек, идет заключительный этап благоустройства. Подробности в сюжете. Красили скамейки, строили песочницы. Чтобы подарить вторую жизнь любимому двору, в апреле 2017-го жители района Кольцевой 50-летие октября стали настоящей командой. Сегодня, спустя 2,5 года, благоустройство территории вышло на новый уровень. За дело взялись профи. Со шпателем в руках специалисты корпят над реконструкцией ливневки. Для устройства последней здесь уложили водоотводную трубу. А еще исправили строительную ошибку, из-за которой каждый дождь в этом дворе вызывал проблемы. Проектировщики двора в свое время не предусмотрели уклон. Теперь он есть – 80 сантиметров. Мы сделали уклоны дороги оптимальные, которому будет вода собираться в одном месте в дождеприемном колодце. И, как бы, я думаю, здесь на данный момент проблем с водой не будет. Проблем не будет и с прогулками. Новая бетонная отмостка дома настолько широка, что успешно возьмет на себя и функции тротуара. Раиса Кищина, которая на Кольцевой проживает с 1995 года, не могла не оценить этот факт. Тут пройти не было. Во-первых, машины постоянно стоят, ездят, разбивают дорогу. Разбили так, что уже ходить было невозможно. Поэтому вот, когда нам делают, конечно, мы довольны будем. Довольны будут жители сразу 4 домов. Двор в районе Кольцевой и 50-летие октября стал крупнейшей территорией, которая вошла в ремонт этим летом. Над благоустройством 6,5 тысяч квадратов специалисты трудятся уже 2,5 месяца. Самым энергозатратным участком для бригады стала проезжая часть. Вибромолотом им приходилось снимать 30-сантиметровый слой советского асфальта. Теперь на его месте щебень. Почти 2000 тонн камня сюда привезли из Михайловского карьера. В ближайшее время ему предстоит отлежаться, после сверху уложат новое покрытие. Катки зайдут во двор на следующей неделе. А в целом закончить работы подрядчик намерен раньше намеченного срока. Если погода не подкинет сюрпризов, двор будет готов не в конце октября, а в середине сентября. Кристина Каширина, Сергей Захарушкин, программа «Город». Тем временем на улице с двойным названием Василенко Центральная, которая свяжет областной центр и Чигири, начался второй этап работ. Напомним, строительство новой дороги здесь стартовало прошлым летом. За год строители сдали первый и самый сложный участок – 300 метров от улицы Воронкова через речку Чигиринку. Именно она создавала главную проблему – из тихого ручейка превращаясь в сильный поток. Опасный участок миновали, впереди устройство еще 2000 метров дорожного полотна. В следующем году проезжую часть сдадут с щебеночным покрытием. А к лету 2021 года, уверяют подрядчики, здесь будет полноценная дорога. С асфальтом, остановками, светофорами и фонарями. Строительство новой улицы идет в рамках нацпроекта «Безопасность». Опасные и качественные автомобильные дороги. На работы потратят больше 200 миллионов рублей. В районе села Волково перекрыли 3 участка дорог. Ограничения ввели со стороны Грибского и Лозового. Сейчас на участках устанавливают блоки, дорожные знаки и щиты с информацией о схемах объезда. Такие меры пришлось ввести из-за новой вспышки африканской чумы свиней. 2 случая заболевания в селе выявили лабораторно. Для подтверждения пробы отправили в Покров. Результаты исследования станут известны в течение дня. Если они подтвердятся, то придется ликвидировать все поголовье свиней в селе и в угрожаемой зоне, куда попадает не только Благовещенский, но и Тамбовский и Ивановский районы. Это порядка 5000 животных.
В регион поступила первая партия вакцины от гриппа. Больше 144 тысяч доз. Они предназначены для иммунизации детей и беременных женщин. Прививать эту категорию будут традиционно препаратом «Совигрипп». В нем отсутствуют консерванты. До конца недели вакцину распределят по всем медицинским учреждениям области. В ближайшее время регион ожидает еще свыше 270 тысяч доз. Информацию о начале иммунизации сообщат в ближайшее время. В центре Благовещенска умер мужчина. Бездыханное тело горожане обнаружили прямо на проезжей части в районе пересечения улиц Калинина и Красноармейской. По словам очевидцев, ночью незадолго до кончины мужчина заходил в магазин. Уже там ему было плохо. После он вышел на проезжую часть и упал. В половину первого на место прибыла реанимация, но спасти горожанина не удалось. Признаков насильственной смерти правоохранительные органы не обнаружили. Причины произошедшего устанавливаются. Возможно, всему виной сердечная недостаточность. На 3,5 миллиона рублей мошенники обманули 66-летнюю благовещенку. Деньги злоумышленникам женщина переводила в течение полугода. По легенде, ей приходилось оплачивать все расходы людей, которые обещали ей многомиллионную компенсацию за некачественные лекарства. В итоге денег не дождалась, обратилась в полицию. А там о схемах телефонных мошенников могут рассказывать часами. Материал в продолжении темы. А вы уже вышли с отделения или в отделение? Да, уже вышла. А вы обналичили сумму, подскажите, пожалуйста? Да. Да, у вас на руках сейчас... Была, только там только снимать можно. А, подскажите, пожалуйста, какая вообще сумма на руках находится? До обналичивания денег дело не дошло. Внезапно Анастасия поняла, что имеет дело с мошенниками. Хотя сначала на уловку попалась. Сообщила якобы сотрудникам банка по телефону номер карты и код. Старая схема. Однако денег на карте у девушки не оказалось. Злоумышленников это не остановило. На ее имя оформили кредитную карту. С нее и требовали перевести 100 тысяч рублей на электронный кошелек. Контролировали каждый шаг. Не успокоились даже тогда, когда Анастасия призналась, что раскусила их. Он сказал, то есть паспортные данные мои, там прописка была моя. И он сказал, что по такому-то адресу приедут все спецслужбы. Ну, они действительно приехали. Приехала МЧС и полиция. То есть пожарные сказали, что, ну, им сказали, что там пожар у нас дома, а полиция сказали, что там зарезали женщину. За ложный вызов, как и за мошеннические действия, привлечь сложно. В полиции говорят, сим-карты, с которых звонят злоумышленники, всегда оформлены на третьих лиц, а страдают обычные люди. За один только август к правоохранителям поступило 15 заявлений. Горожане отдали мошенникам 600 тысяч рублей. По всем случаям возбуждены уголовные дела. Данные уголовные дела достаточно тяжело расследуются, так как граждане, злоумышленники проживают в других регионах, поэтому сотрудники полиции выезжают в другие регионы, совместно объединяют уголовные дела, потому что данная проблема существует не только на территории областного центра, а также и в других регионах Российской Федерации. С каждым годом фантазия интернет-мошенников только растет. Сейчас для убедительности они используют запись электронного голоса и называют полные паспортные данные человека, чтобы у жертвы не осталось сомнений, что на проводе сотрудник банка. На деле же служба безопасности никогда не звонит клиентам. Первое, что бы посоветовала, записать телефонные номера банка в свой справочник. То есть, если будут звонить мошенники, номер телефона будет отображаться как неизвестный. Наши сотрудники никогда не спрашивают данных пин-кода, либо кода обратной стороны карты. Никогда не спрашивают остаток денежных средств. Чаще всего мошенники звонят с номеров плюс 7, и далее пойдет номер либо федерального значения, либо плюс 7-900. Мошенники легко подстраиваются. Сейчас многие банки наблюдают активность телефонных мошенничеств. Но все, что могут, в сотый раз напомнить клиентам. Верный способ защитить свои сбережения – сразу прервать телефонный разговор сомнительного характера. Какими бы благими ни представлялись намерения преступников. Регина Сорокина, Андрей Белый, программа «Город». Городских активистов и общественников, в общем 114 человек, научат быть независимыми наблюдателями на выборах. Краткосрочный курс для них проведут в Общественной палате области в пятницу. Главным образом научат работать в соответствии с золотым стандартом. Последний в прошлом году разработала Общественная палата России совместно с Центризбиркомом. В нем прописали методику наблюдения на избирательном участке и изложили главные принципы работы наблюдателей – независимость, честность и объективность. В день выборов активисты и общественники будут следить за соблюдением закона со стороны избиркома, избирателей и кандидатов, проверять интернет-трансляцию. Будут оценивать все – от оборудования помещения для выборов до места соединения сканирующих устройств с накопителями для бюллетеней. Напомню, единый день голосования состоится 8 сентября.
22 августа россияне, в том числе и жители Благовещенска, отметили День государственного флага России. Триколору в этом году 350 лет. В городском управлении по физической культуре, спорту и делам молодежи подвели итоги конкурса, приуроченного к дате. Накануне в своем инстаграм-аккаунте молодежка опубликовала конкурсный пост. Все, что нужно было сделать для участия, отметить в комментариях друзей и поставить значок триколора. Определили победителя случайным образом. Он получит портативное зарядное устройство для телефона. Конкурсом мы хотели рассказать об этом знаменательном событии, донести до молодежи, рассказать о том, как это важно, о том, какую давнюю историю имеет наш флаг, и чтобы каждый из них мог гордиться этой историей. Послушать неаполитанскую музыку, песни из репертуара Муслима Магомаева, Фрэнка Синатры в исполнении солиста Московской филармонии и не только можно будет в Центре эстетического воспитания. 2 сентября там состоится благотворительный концерт, посвященный памяти известного в городе поэта и врача Олега Маслова. Приобрести билеты можно в ЦЭВе. Деньги от их продажи направят на создание мемориала в честь почетного жителя Благовещенска. Напомним, Олег Маслов был известным амурским писателем, поэтом и врачом. Именно он основал анестезиолого-реанимационную службу при Амуре. Памятник ему установят в городском парке. Изготовят его в городе Касле. В общей сложности работы обойдутся в 2 миллиона 600 тысяч рублей. Еще миллион нужно на благоустройство, бетонирование площадки, укладку плитки, установку лавочек и светильников. Открыть памятник планируют в следующем году в рамках празднования Дня города. Благовещенский художник предлагает горожанам увидеть себя в его картинах. Четвертая персональная выставка Сергея Гусева открылась в библиотеке искусств и уже успела ошеломить первых посетителей. Дело в том, что в этот раз автор выставил на суд общественности свою живописную коллекцию «Аквариум». Что общего у рыб и людей, пыталась понять наша съемочная группа. Все мне задают один и тот же вопрос, а почему все-таки рыбы? Наверное, рыбак. Не рыбак и не охотник, а просто художник. И это может объяснить многое. Космическая рыба у Сергея Гусева родилась 7 лет назад абсолютно случайно. Уже после, чтобы она не скучала, автор решил найти ей друзей. Так и образовалась коллекция «Аквариум» с тремя десятками экспонатов. Рыба-глазунья, рыба-планета, рыба из камня в синем и красном варианте. И тут уже никаких случайностей, абсолютно точный авторский замысел. В рыбах отразить может быть характер людей, может быть... что-то, какие-то интересные профессии через них выразить. Вот, допустим, есть рыба у меня, мастер, который спешит на выполнение какого-то задания. Допустим, ну так, скажем, пофантазируем, что она, допустим, работает в ЖЭКе где-то. Ей дали задание, вот она так не спеша плывет с чемоданчиком, чтобы там поставить кому-то замок. Своих рыб Сергей творит в абсолютно разных техниках и направлениях, от реализма до сюрреализма. Рассказывает, нередко его стиль сравнивают со стилем Сальвадора Дали. Художник не обижается. Посередине есть рыба цветастая на фоне звездного неба. Вот, по-моему, очень атмосферная штука. Вообще, человек рисует рыб несуществующих. По-моему, это уже о чем-то говорит. Прямо на открытии выставки в коллекции «Аквариум» появляется еще одна жительница – золотая в шляпке. 31-я по счету. Ее, правда, купить не получится, в отличие от всех остальных картин, представленных на выставке. Посмотреть на водный мир Сергея Гусева можно будет в библиотеке искусств в течение месяца. Алена Лепкалова, Андрей Белый. Программа «Город». Еще две выставки благовещенцы смогут посетить в рамках «Амурской осени». В Краеведческом музее разместят картины звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой и экспозицию «Эмали». Новшества фестиваля обсудили на оргкомитете в правительстве. В этом году скопление знаменитостей стоит ожидать у гостиницы «Зея». В ней будут проживать абсолютно все приезжие артисты. А вот выступать они будут почти на 10 площадках. Мероприятия с их участием пройдут в ОКЦ, филармонии, АОДНТ, Центре эстетического воспитания, киноцентре «Благовещенск», драмтеатре и в торговом центре «Острова». Пролог фестиваля намечен на 8 сентября. Группы артистов проедут по всем муниципальным образованиям области. В Селимджинский район прилетят на самолете. Сейчас мы отрабатываем с теми районами, которые были подтоплены, о том, что если есть возможность, то провести творческие встречи непосредственно в пострадавших населенных пунктах. Если такой возможности нет, то в обязательном порядке организовать подвоз этих жителей на эту творческую встречу для того, чтобы встретиться с любимыми артистами «Амурская осень». Подробнее о кинопоказах и антрепризах получится услышать в пятничном эфире программы «Город».
На этом у меня все. Я с вами прощаюсь и напоминаю, присылайте свои истории, фото и видео на наш WhatsApp, и они станут новостями в программе «Город». Всего вам доброго и до встречи в эфире.